Угрозы жизни нет. Пилоты, которые накануне совершили аварийную посадку близ поселка Только в Ямало-Ненецком автономном округе, находятся на лечении в Нижневартовской окружной больнице. Воздушное судно выполняло патрулирование лесов. По предварительным данным, у самолета отказал двигатель. На борту находились двое мужчин, пилот и наблюдатель. Спасатели перевезли пострадавших в поселок. После осмотра медиками и оказания первой помощи санавиация доставила мужчин в Нижневартовскую окружную клиническую больницу. У них был травматический шок и переломы ног. По словам врачей, пациентов, возможно, переведут в обычные палаты. Нашей бригадой врачей-травматологов, реаниматологов пациенты были выведены из шока. Проведено дополнительное диагностическое обследование. Установлен точный диагноз. Оба пациента были прооперированы, помещены в отделение реанимации. На утро состояние пациентов средней степени тяжести, угрозы для жизни нет. Я сам ходил на обход утром в реанимацию, с ними пообщался, с обоими, они в сознании находятся.